Ребята, всем привет, с вами Александр, мир юрского периода, у нас есть вот такой вот набор турниров, ну, Дрожь Земли постараемся поснимать с вами в воскресенье, если все будет окей. Бой с усилениями, у нас здесь цератозавры, потом у нас есть, они пришли с болот, здесь просто нужно одним динозавром победить Метриоринха, давайте мы с него начнем и, в общем-то, будем по одному бою делать тут, там, сям, короче. Давайте начнем с этого. Ничего себе, 500 тысяч за вот участие в этом бое. Как-то... С чего бы это? Так, ну ему нужно бить... 3 хватит? Нет, 450, да. 3, наверное, ему уже хватит. Поэтому защищаемся. И на следующий бой атакуем. И все, короче, здесь по изи-бизи. Вот так вот мы его пробиваем. Тыдыщ. Кстати, вот это за сегодня можно пройти целых 3 турнира, да? Которые пойдут в копилку битвы титанов. Это хорошо. Ну, в среднем почти, наверное, 2 битвы в день у нас появляется. Кто его знает, ладно. Так, также у нас есть вот такие вот обычные бои. То есть выберите кого угодно. Ну, люблю трицератопсов. В 40-м уровне они выглядят божественно. Так, 7. 7, 7, 7. 3, 3, 3, 3, 3 удара мы можем только пропустить. Ну, точнее, 2. 3 будут для нас смертельны. Ну, техника точно такая же, как и в прошлом бою. Ну, если противник поставил меньше 2, то мы победили. Если 2, то мы выиграли. Ну, смотрите, правда ведь классно выглядит трицератопс на таком уровне. Как будто это вообще отдельный вид динозавров. И, в общем-то, и реалистично, и красиво, и круто. А вообще шикарно. То есть это, в принципе, самый первый динозавр в этой игре, да, который нам дается. И он сделан шикарно. Жаль, что он, правда, такой вот слабенький такой. Так, а что у нас здесь? Так. Так, ну ладно. Нам предлагают сразиться с амфибиями. Давайте сейчас кем-то забодаем их. Не знаю, кем будем бодать их, ребята. О, Тупуксуара есть у нас. И вот так. Да, что-то наугад. Короче, у нас такая будет сумбурная серия. Будем туда-сюда. Сейчас следующий бой пойдем и там накажем цератозавров. Давай, Тупуксуара. Вау, вот это было больно. Это был смертельный ход. Ну, для нашего противника. Капразух, он уже так голову склонил. Он уже признал свою ошибку. Что не стоит раздевать варежку на нас. И 4. Вот и все. Тоже изи катка. Ладно, идем бодаться с цератозаврами. Там, думаю, должно быть что-то поинтереснее. Так, цератозавры. То есть, ну, их нужно побеждать кем-то слабеньким, конечно же. У них много хелса, но мало житла. Еще мы можем усиление взять. Тогда, легендарная троица. Зухамим. Что такой слабый Зухамим? Смотрите, он как далеко находится. А, это же у нас по силе удара, да? Остафрик. Где Рекс? Рекс, Пекс, Фекс. И Рекс. Ну, усиления, они, в принципе, тут и не нужны. Как таковые. Но почему бы не взять? Давайте пободаемся.
Кстати, удар похож, да, но жизни у них намного больше. Не, ну хотя, я что-то поспешил, что усиление нам не надо. Алло, у нас же жизни-то, у них в сумме жизни, сколько там, по 3 косаря 9 тысяч, а у нас в сумме 4, то есть они в 2 раза сильнее нас получается. Так, смотрим. Гигантская голова цератозавра. Два удара. Пробил. Вот это, вот это было шикарно, ребята. Вот. Это было шикарно. А, вот это было тупо. С его стороны было шикарно, с нашей стороны было тупо. Но он должен атаковать как раз на 3. 100% атака на 3. Блин, ну Остафрикич еще придется две атаки тратить. Ну, не буду пытаться его защитить. Лучше уже тогда все силы усиления, если что, на Терекс опустим. Хотя легко здесь можно слиться, да, слабоват их взял. Ну, по жизни. У нас жуткая нехватка жизни. Вдвое, вот, цератозавр вдвое больше жизни. Атака на 3 из 4. Так, тогда я сейчас сделаю что? Раз, два, три, четыре, пять. И раз, два, три. Да. Я потратил лишний балл, а он его перенес. То есть он, скорее всего, попытается нас, наверное, проатаковать на все 5 баллов. Но это принесет нам победу. Да. Вот так вот. Ну прикольно, что так хищники лицом к лицу постояло, да. Три наших хищника постояли лицом к лицу к цератозаврам. Ну. Я уж подумал, что ё-моё, я что-то ошибся, надо было убирать минус один к щиту. Но нет, мы справились. Ух. Так, что у нас дальше? Дальше у нас два апатича есть. Два апатича. Кем бы вас попрокусывать так? Традончик. Вообще-то мне хочется стегоцератопса взять. Вот что-то не травоядного захотелось. И пахика. Ну, так нормально будет. На крайний случай возьмем плюс 6. Погнали. А, нам троих разрешают взять. А, ну, раз троих, тогда... Тогда троих. Все существа травоядные. Да где у нас еще один? Так, может, гиганоцефала тогда, может, возьмем. А здесь я хочу... Подождите, я хочу... А, мы его уже заняли. Я хотел бронелобика взять. Так, ладно, пока что иди туда. Подождите, где он? Анкилодок. Он должен быть занят. У нас, по идее. Вот, пахик. Я вот... Вот он. Ладно, занят, занят, занят. Так, смотрим, 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 что нам можно здесь такого интересного придумать. Ладно, пока что так. Ну, значит, погнали так. Как-нибудь распетляем. Красивый наш гибрид, стегоцератопс. Атака на 2. Ну, это глупо как-то. На 2. Мы его пробить не можем. Еще на 2. Так, ну давайте будем пробивать.
да, не очень хорошо получилось. Нам кропаль не хватало. 4900 было, лишний удар по факту ушел. А он нас сейчас атакует всего лишь на 2 из 3. Ну, нам-то все равно на самом деле. Делаем вот так. Он свой балл потратит в защиту и, наверное, нас сейчас не будет атаковать, мне так кажется. Нет, решился. Ух, этот балл нас спас, ребята. Ну, значит, все тут получилось по изичу. 8 ударов. Так, ну и заглянем давайте на последний бой. Троодонщики, да. Ух ты, а контастега какая. Давайте возьмем 3 фиолетовых. Как вам такой метод подбора противника по цвету? По цвету, синенькие пойдут. Так, нам, собственно говоря, 2 удара и хана. Ну, как и ему в целом. Противники друг друга боятся. Так, ну я его пробил, только как глупо получилось. Он меня сейчас атакует на 2, у него останется 1 балл. Что-то когда-то я поспешил. Даже не 2, ну да, на 2 атакует, и один у него остается. Так, ну что, тогда время использовать это усиление. Если он поставил щит, то он потратил свой балл. Если не поставил щит, то мы его спалили. Он поставил щит. Ладно, но мы зато уверены были в том, что у него было всего лишь 3 балла, и он может нас убить. Очень, конечно, было прикольно. Вот, идеально. Нам как раз 2 и нужно было, чтобы его пробить. И давай, бирюзовенький против фиолетовенького. Ну, дуэль будет с метеорологом, я так подозреваю, да. Кстати, там у Акантастеги, по-моему, сколько было пальцев, ребята? 8? 8, по-моему, пальцев было у Акантастеги. Ну, у древних амфибий было, короче, пальцев много. Ну, потому что они происходили из этих ласт, из плавников рыбьих. Ну, вот такая вот у нас, ребятки, получилась серия. Пробежались по 3 турнирам, и один самый интересный мы прошли с вами целиком. И пустоши Америки, да? Сколько там? 5 наборов, по идее, нам дадут. Тогда я на этом с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.